Ну, здравствуй, жилой комплекс «Озерки». Здравствуйте вам, дорогие подписчики. Как вы уже поняли, мы находимся в жилом комплексе «Озерки» от строительной компании «Выбор». Именно на этот жилой комплекс будет у нас сегодня с вами обзор. Это у нас трехкомнатная квартира. Выбор квартир еще есть, просто ключи нам дали только от первой квартиры. Поэтому, в принципе, само планировочное решение я вам покажу. На других этажах то же самое, только здесь на первом балкончика нет. Так, смотрите, вот это коридор, входная дверь, вот здесь мы с вами зашли, здесь все стандартно, вот тут можно небольшой шкафчик сделать при входе, и идем с вами дальше. Прямо у нас санузел. Санузел раздельный, здесь туалет, пол плитка, стены такая штукатурка. Счетчики стоят. Туалет достаточно большой. Дальше у нас по ходу движения кухня. Кухня 13,5 квадратных метров. Я извиняюсь за то, что будет несколько темновато, но здесь строительная компания «Выбор» лампочки для нас, извините, не вкрутила. 13,5 квадратных метров площадь кухни. Кухня практически ровной квадратной формы. Пол линолеум. Обои как нам посветлее, чтобы вам понятно было. Ну, в принципе, материал отделки, они аналогичны, идентичны тем, что вы видели, кто смотрел мой предыдущий ролик про жилой комплекс «Задонья Парк». Ровно такая же отделка. Полукоммерческий линолеум. Даже обои в той же цветовой гамме. Потолок натяжной. Радиатор отопления. Вот такого плана. Повторюсь, у нас первый этаж, ключи просто от квартиры нам дали на первом этаже, дабы вам показать, а так, в принципе, можно квартиру подобрать на этаже повыше. Ну, двери самые простые. Давайте уж так, по-честному. Дальше у нас по ходу движения. Рядом с кухней комната 13,5 квадратных метров. Тоже практически ровный квадрат. Они одинаковые, да, кухня и комната. Они одинаковые по площади. Ровные, квадратные, никаких вам колонн, ничего. Вот чем хороша эта технология ОБД, да? Все ровненько. Никаких проблем с расстановкой мебели у вас не возникнет. Так, смотрим. Пластиковые окна. Ух, сквознячок, и дверь у нас сразу закрылась. Режим проветривания есть. Так, дальше у нас по ходу движения комната 12 квадратных метров. На ту же сторону, что и кухня, и предыдущая комната. Тут, смотрите, прям вот такая ниша получается. Вот здесь прям можно шкафчик сделать. Да? Ну, либо можно туда кровать загнать, получается. Кому как удобно. Либо кровать туда можно, либо можно использовать вот это углубление как раз-таки под шкаф. И кровать как-то по-другому разместить. В принципе, можно подумать, да? Дальше у нас ванная комната. Вот такой коридорчик еще небольшой есть. Здесь ванная комната. Ванная комната по площади 3,10. Видимо, ржавая водичка текла.
набежал. Это не кто-то в туалет сходил. Так, ну вот это место. Хотел сказать под стиральную машинку. Я не знаю. Тут радиатор отопления. Поставишь сюда стиралку. Ну, что-то как-то не камильфо, да? Радиатор отопления за стиралкой. Так-то розеточка сделана. Вот она, пожалуйста. Ну, не знаю. То же самое. Счетчики на воду. Раковина. Стены. Покраска. Потолочек натяжной. Так, и следующая у нас по ходу движения получается комната 19,5 квадратных метров. Хороший такой размер для комнаты. Здесь у нас окна на детский сад. Повторюсь, это у нас первый этаж, но есть, можем подобрать квартиру вам повыше. Есть еще выбор этажей. Окна вот в этой позиции, в этой трехкомнатной квартире смотрят на детский сад. 3 миллиона 620 тысяч стоимость вот этой трехкомнатной квартиры. Однокомнатная квартира площадью 34,8. Начинается ценник от 1 948 000 рублей. 1 948 000 рублей. 34,8 – это в стройке. Это не в данном доме, это в стройке. То, что строится, то, что сдается вот в этом году, в ближайшее время. И до 2 миллионов 177 тысяч рублей. Там площадь квартиры уже получается 38,2. По двухкомнатным квартирам 62 квадратных метра-66,3 начинается цена от 3 286 тысяч рублей. 3 580 тысяч рублей – это самая дорогая квартира из двухкомнатных. Трехкомнатные квартиры 74,5 квадратных метров, либо 75,5 квадратных метров от 3 619 тысяч рублей. Переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Жилой комплекс «Черемушки» у нас будет сегодня с вами на обзоре. Поэтому запасайтесь чайком, кофейком, усаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Дом сдается в марте. Мы думали, тут уже все с отделкой, а тут еще отделки нет. Ну, давайте я вам просто хотя бы планировку пока покажу, чтобы у вас примерное представление было. Вот эта двухкомнатная квартира, 61,5 квадратных метра. Входная дверь, вот такой вот коридорчик. Видите, тут все еще в процессе ремонта. В процессе. Может быть, мы и найдем какую-нибудь квартиру, не знаю, с плиткой там. Что-то, может, уже будет отделано, чтобы примерно уже с вами по материалам отделки понимали. Но пока хотя бы планировку посмотрим. Так, дальше у нас здесь получается раздельный санузел. Здесь туалет. Тут у нас ванная комната. Дальше у нас по ходу движения кухня 9,9, ну практически 10 квадратных метров. Не знаю, радиатор отопления, конечно, прям вот смущает меня несколько, да? 6 секций, такое большое окно. Черт его знает, замерзнут, не замерзнут жильцы. Ну, хотя ДСК топят хорошо. Не раз об этом уже говорил в своих видео. Топят ДСК, что называется, на убой. Дальше вот эта комната у нас получается 13 квадратных метров. Видите, такой несколько неровной формы, скошенный. Небольшой балкончик есть.
Вот здесь секций на этом радиаторе отопления достаточно. Вот сюда достаточно, но там все-таки на кухне, мне кажется, маловато. Небольшой балкончик, мы туда с вами не выйдем, к сожалению. Закрыто, тоже такой скошенный. 13 квадратных метров, 13,6, если быть точным. И следующая у нас комната получается 18,07. Дом монолитный, видите, колонны. Никуда от этого не деться, присутствует. Ну, как-то нужно будет обыгрывать, как-то думать, каким образом это все сделать. Здесь окошечки у нас прямо на детский сад. Прям будете смотреть, как ваше чадо в детский сад пошло. Прям как раз-таки на входную группу. Вот он, вход. Так, пойдем посмотрим, может, что-то найдем все-таки с отделкой. Да, и цена вот этой двухкомнатной квартиры 2 миллиона 933 тысячи рублей, в зависимости от этажа. Давайте немножко по ценам быстренько пробежимся. Значит, вот в этом доме, в котором мы сейчас с вами были, там только двушки, там уже там все распродано, остались только двушки. Двушки у нас от 2 миллиона 933. Вот так будет правильно, да? 2 миллиона 933 тысячи рублей цена двухкомнатной квартиры вот в этом доме. А вот те дома, которые у нас сдаются летом, сейчас туда вот выйдем, я вам их покажу за детским садом. Там они у нас панельные, там они планировки несколько отличаются. Вот там однушки начинались. Вот отсюда будет видно уже. Вот 8-я позиция и за ней следующая 9-я. 8-я позиция еще пока не открывалась в продажу, а в 9-й позиции цены на однокомнатные квартиры 37 квадратных метров от 1 831 000 рублей, двухкомнатные 60 метров квадратных, планировка 2 906 000 рублей, трехкомнатная 77 метров квадратных, 3 494 000 рублей. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Жилой комплекс «Лазурный возвращение». Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я снова и снова снимаю данный жилой комплекс. Я каждый год его снимаю. Этот год, конечно же, тоже не исключение. Двухкомнатная квартира 62,7 квадратных метра. Ну, практически 63 квадрата. Вот такой коридор. Входная дверь. Хорошего качества. Есть место для установки шкафа-купе. Видите, вот этот выступ, сюда отлично встанет шкаф-купе. Единственное, вот этот счетчик, почему его на эту сторону вешают, блин, ну могли бы, наверное, вот сюда повесить, да, вот сюда, вот в уголочек. Ну, вообще никому бы не мешал. Ну ничего, этот счетчик можно спрятать в шкаф. Будет он у вас в шкафу, не будет вообще глаза мозолить. Пол ламинат, такой в светлых тонах. Потолок натяжной. Вот этот коридорчик у нас получается 5,80, практически 6 квадратных метров. Давайте слева направо пойдем. Вот эта комната 17,5 квадратов. Все то же самое. Ламинат на полу. Комната ровной прямоугольной формы. Потолок натяжной. Радиаторы отопления. Ну, что-то совсем маленький. Совсем маленький, где-то в углу. Но в домах ДСК у нас всегда своя управляющая компания и всегда топят на убой.
Выход на лоджию, видите, в пол. Нет никакой ступеньки. То есть здесь сразу получается выход у нас на лоджию. На лоджии на полу линолеум. Ух, какая хорошая, широкая. И здесь между домами как раз-таки, да, у нас проглядывается наше Воронежское море. Вот, пожалуйста. Либо здесь между домами. Вот оно выглядывает. Либо с той стороны кусочек. Дома достаточно на большом расстоянии друг от друга. Не окна в окна, как часто у нас строят. И вот такое большое количество мест у нас отведено под парковку. Ну и некоторое количество места тоже отведено под детскую площадку. Вот здесь, скорее всего, будет какая-то, наверное, спортивная площадка вот на этом кусочке. А может быть, тоже детская. Нет, скорее всего, спортивная. Какая-нибудь спортивная коробка будет. Достаточно широкая лоджия. Прямо здесь можно организовать зону релакс. Поставить столик, пару стульчиков, пару кресел. Я не знаю. И можно сидеть, попивать чаек. Наслаждаться вполне неплохим видом. Ведь там наше Воронежское море проглядывает между домами. Там школьный стадион. Семнадцать с половиной метров общая площадь вот этой комнаты. Всегда говорил и говорить буду, пока вот эти двери строительной компании ДСК не израсходует и, не знаю, не закупит новые. Ну, уж очень простенькие двери. Это вот единственная моя личная претензия к этой компании. Но двери, конечно, очень простенькие. А так, в целом, отделка вполне себе достойная, хорошая. Еще одна комната у нас 17,7. Тоже ровной прямоугольной формы. Обои приятные. Никаких-то кричащих тонов. Натяжной потолок. По количеству розеток смотрим. Раз. Вот там два. Тут же кабель у нас сразу под телевизор сделан. И там еще две розеточки. Радиатор отопления. И огромное окно. Очень много света дает. У нас здесь, видите, лампочки нет. Но за счет вот этого окна света и так достаточно в этой комнате. 17,7 площадь. Дальше у нас по ходу движения санузел. Туалет, плитка керамомарацци, все как уже в лучших традициях строительной компании ДСК. Там лючок что-то вывалился под вытяжку, решетка, счетчики на воду. Все здорово, все хорошо, тоже натяжной потолок у нас в туалете. Ванная комната, то же самое, пол плитка, стены плитка. Полотенцесушитель. Розетки сделали, молодцы, сюда рядом с зеркалом. Пожалуйста, фен воткнуть, может быть, электробритву. Молодцы, продумали, мелочи, приятно. И молодцы, что делают, сразу делают вот такой вот экран под ванной. Это тоже не может не радовать. Ну и стиральная машинка, я думаю, что вполне себе, без каких-либо сложностей она сюда встанет. Ну, собственно говоря, под нее и сделано, да? Одну розетку можно использовать как раз-таки под стиралку. Одну под фен, под электробритву. И вот у нас сделаны под слив, под забор воды
Это все выведено как раз-таки под стиральную машинку. Вполне себе встанет здесь, мешать совершенно не будет. И осталась у нас кухня. Кухня 11 и 10 квадратных метров. 11 метров 10 сантиметров. Вот так, наверное, более будет понятно. То же самое, пол ламинат. Никаких сложностей здесь с зонированием этой кухни. Тут понятно, тут мойка. Тут понятно, силовая розетка под электроплиту. То есть кухня у нас пойдет вот по той стене, рабочая стена. Вот так вот углом, да? И вот тут у нас уже будет обеденная зона. Можно поставить диванчик, можно поставить стол, стулья. Места вполне достаточно. 11 метров общая площадь нашей кухни. Кухня квадратная. Комнаты прямоугольные, кухня прям такой вот четкий квадрат. Тоже большое-большое окно, много света дает. И тоже вид у нас на ту сторону. Вид во двор, вид туда на школьный стадион, который проглядывается, Воронежское море там проглядывается, вон поезд, я не знаю, видно вам, не видно, поезд идет, электричка по железнодорожному мосту. 36 квадратных метров, цена начинается от 2 331 тысячи рублей. 36 метров, 2 331 тысячи рублей. Стоимость однокомнатной квартиры, ключи, повторюсь, будут в сентябре. Это 30-я позиция у нас. Двухкомнатная квартира от 59 квадратных метров. Ценник начинается от 3 750 тысяч рублей. 3 750, двухкомнатная квартира, 59 метров. Ключи в сентябре. Это не здесь, не в данном доме. И трехкомнатные квартиры, площадь начинается от 73,5 квадратных метров и цена от 4 550 000 рублей.